Ахой, волки! Реставрация катера «Полет» сейчас идет полным ходом. Недавно была пандемия, из-за которой пришлось отложить работы. Работы отложились аж на 4 месяца. Конечно, это очень неприятно, но скоро будет серия, и серия будет очень длинная. Не на 7 минут, как обычно. А сейчас мы находимся на «Оксидиане». Это экспедиционное судно, которое было задействовано для съемок программы «Великие реки России – Волга», «Великие реки России – Дон». Это судно с большой историей. Сейчас оно стоит после зимовки. Судно отзимовало в Ярославле, и мы находимся здесь. К сожалению, судьба этого судна не очень ясна, потому как произошли очень неприятные события, связанные со смертью Андрея Подколзина. Вдова претендует на большую часть этого судна. Что она будет с ним делать, непонятно. Но я надеюсь, что в итоге все будет в порядке. Судно останется у нас в надежных руках и продолжит наши экспедиционные дела. Судно перезимовало здесь, в Ярославле. Оно стояло во льдах. И сейчас требуется достаточно трудоемкая работа по приведению судна в порядок. Было очень приятно очутиться вновь здесь, на «Оксидиане». «Оксидиан» связывает меня с очень большим количеством разных эмоций, связанных с нашими экспедициями. Именно на нем мы повидали большое количество интересных мест и познакомились с большим количеством хороших людей. И надеюсь, в скором времени «Оксидиан» вновь встанет в ряды нашей команды, и мы продолжим наши экспедиции по Северной Двине, по Каме. До скорого!